Всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Фокс, Гусанёк, Крошка, Гуздума, Плеймарк, Флайнг, Сергей Тайм, пацаны, поздоровайтесь. Всем привет. Всем привет. Всем привет. Тысячу лет мы не записывали на этой замечательной карте аквапарк. Если опять кушать, приятного аппетита, мы начинаем веселиться, угорать и поднимать вам настроение. И убегать от аниматроников из фильма. Погнали. Максим выдвигается, сам захотел быть аниматроником. Давайте сделаем так, чтобы он страдал всю серию. О, первый. Минус один. Да вы чё, гони? Потому что так надо. Так карта гигантская, как можно здесь проиграть? А где он? Я боюсь. Я знаю, что он где-то... Он видишь, вышел, вот, вон, вон. Да-да-да. Все, отлично. Огурец, прощай. Я в другой части карты, вот прямо возле стены вижу. Стою. Да, жду тебя. Я к тебе Саня, знаменит. Смотрите, какой у меня классный скин, у меня диппер. Фредди сзади. Диппер пришел в аквапарк. Да. У меня Фредди глухой какой-то. В смысле глухой? Я был сзади, он прям сзади ним стоит, посрочи ему дает. А вы что думаете, там можно выживать? Если вы зайдете, он вас там убьет. Лучше не заходите туда. Так, ладно, уходим, ребята. Я буду по кругу бегать. Кстати, где они? Идут. Вот они там. Вон бегут, с двух сторон. Да-да-да, они нас окружают, пацаны, будьте готовы. Вот он приближается, так, надо быть очень внимательным. Пацаны, бегите, Валя. Бегите, все скорее, вы должны выжить. Так. Стоять! Нет! Стоять! Блин, он с этой стороны идет, но мы успеем убежать. Ну, Дима, я всего лишь кусочек откушу от тебя. Нет, я убежал! Отлично, теперь понял, как можно от них убегать, можно просто перепрыгивать. Сюда. Вы офигели! Так. Блин, я так переживаю. А! Блин, я думал, я слился! Так, плеймаркет слился. Ну, пацаны, ну не умирайте так быстро! Ну, пожалуйста, ну не умирайте, пожалуйста. Сейчас. Такс. Бенни хопим со всей силы. Дима, за тобой и хвост. Нет, он не успеет меня убежать. Ой, убить. Я убежать успею. Отлично. Блин, я не могу остановиться здесь. Блин. Так, тихонечко. Пацаны, я выхватил классную тактику, как можно выживать от них. Ну расскажи, пожалуйста. Нет. Никто не должен знать эту нычку. Ой-ой-ой. Блин, такие звуки, как будто они прям везде. Это три аниматроника уже, да? Да, аниматроники воды боятся очень. Да? Это хорошо. У меня хп отнималось. Серьезно? Блин, это круто. Я вспомнил, да. Кстати, мы теперь можем... У них контакты за... Гусанёк, ты что, издеваешься? Я поддался. Ну зачем ты это делаешь? Ну зачем? Да в смысле сложно? Жрать на записи не сложно, а так сложно. Приятного аппетита. Спасибо. Вот это у меня тактика классная. Ребята, я должен заточить, понимаете? Это все, это выигрышный момент. Так, нас поделилось 4-4. И это очень хороший результат. Я не так быстро слился, как хотелось бы. Ну, отлично. Как я хотел. Ну да. А! Блин, я всегда думаю, что это я умираю. Так. Ты через стену убил. Трое осталось выживших. Это хорошо. Это Дима. Куда ты спрятался? Мне кажется, я знаю где. Где? Опа. Ха! Как ты? Я на горке, вам надо в горку подняться. Стоп. Блин. По горке спускайтесь, пацаны, только так вы можете меня убить. Да куда ж ты? Ой, блин. Дима! Дима, стой! Ой! Почему я вас... Блин, надо бежать! А он может подниматься за мной? Так и не понял. Нет. Я поднимаюсь наверх, пацаны. Нет! Я вне... Нет! Нет, не надо, пожалуйста, пацаны, не убивайте. Блин! Стой! Да нет, пожалуйста! Иди сюда. Отлично! Ребята, я нашел тактику! А кто? Я последний выживший? Нет, я еще. Что за двое, дурачок? Нет, пожалуйста, нет! Ну нет, ну блин! Я последний был, пацаны! Нет, я еще. Нет, еще кто-то остался. Да ну нет, я должен... Да как так-то? А как? Так, а где выживший последний? Я так и не понял. Я не знаю, он прячется где-то. Так, давайте пролетим, посмотрим.
Еще раз, кто последний? Я. А, это он, вонючая сова. Хорошо, я тоже беру аниматроника. Погнали. Во, вот он. Есть, пацаны, я его убил. Раунд номер два. Я выдвинулся на охоту и хочу замочить всех. Как же это быть аниматроником? Хочу попробовать на своей шкуре. Кого я первого убью? Тот молодец. Тот самый лучший игрок. Пацаны, кто хочет быть лучшим игроком? Пацаны, это он потом в последний момент скажет, тот лох. Это когда ты делал хоть раз? Ты памперс натянул? Гусаничелло! На тебе! Отлично! Плеймаркет слился. Че, пацаны, умные сильно, да? Он тебе поддался. На еще одного! Да вы че, пацаны, гоните? Так легко двоих, оказывается, было убить. Так, интересно, как же мне Максима убить? Подожди, а разве туда можно забраться как-то? Да. Аниматронику? Да. А, вижу, все, я иду к тебе. Пацаны, ждите его внизу, там я сейчас его скину. Все там стоите, внизу. Ну что, Максим, ты готов слиться? Готов слиться. Ну все. Так, подожди, не понял. А как? Я не могу туда к тебе забраться. Я ж не могу бы не хопить. Почему я в этой серии такой лох? Кто первый сливаюсь, кто второй? Ну ничего. Дима, что ты ко мне пристал? Иди там другие. Я не буду тебя убивать сильно. О, жизни тратятся, смотрите как, с какой скоростью. Я говорю. Офигеть, это контакты вообще слабые. А что, ты в воде терял эти жизни? Да, у меня просто 3000 жизней улетело за пару секунд. Сюда, Мак, сюда. Так, давайте перекличу, кто живой? Я живой. Я. Ага, у вас еще много, хорошо. Прикинь. О, Санек, ой. А ты где? О, Максим, привет, пошли выживать. Привет. Так я не понял, вы где? Я хочу вас убить, быстро. Максим. Блин, прикольная карта. Давай, ребята, кто помнит эту карту на моем канале, ставьте лайки, напишите, мы помним. Это очень олдскульная карта, очень. А, это Серджитайм пришел. Нет, все равно он уже сюда идет, бегите. Так, мне надо такую тактику выхватить, где они будут проходить, и я смогу их замочить. Так, я могу туда зайти? Нет. Блин, я не понял, вы где? А зачем тебе эта информация? Ну вот так вот, хочу убить тебя сильно. А почему меня... Они в парашах. Ой, они в туалете где-то, полюбался. О, туалеты, точно. А я вижу через крышу. Так как камера далеко стоит, я вижу. Вода убивает. Мне кажется, туалет это наоборот такая штука, где можно очень быстро слиться. Дима, что ты тут забыл? Что тебе надо у меня дома? Ты трусы поменял? На тебе щенок кошачий, на вонючий, я тебя увидел. Так, пацаны, еще одного мы замочили, теперь в нашей компании все больше и больше злых аниматроников. Блин, ну это круто, играть карта, где есть вода, и при этом аниматроники боятся ее. О, пацаны, это спасибо. Очень круто. Ладно, я побежал, Дим. Пацаны, спасибо. Мы не можем туда забраться, ты читерист. Хорошо, давай, я спустился. Так, Дима. Максим, пойдем сюда. Мисси, Дима, ты куда залез? А как ты сюда залез? Как и ты? Ты же сказал, что аниматроник может залезть. Вот и залез. Все по-честному. Вот. Ну что ты, лава пластиковая, стоямба. Я выхватил кое-какую тактику. Так. На расстоянии можно убить, вы же не забывайте эту тему. Капец, Дим, у меня сейчас очень было все плохо. Я видел, как ты чуть не слился. Чуть ли не на соплях. Если будешь так делать, я буду вот так делать, понимаешь? Ладно. Это по-честному, как ты, так и я. О, подожди, Дим. Блин, я не могу. Гусуняк, ты еще живой? Да. Так, Гусанчелло. Может, Гусанчелло, так твоя тактика пользуется, которой я? Какой? На горках там катаешься, не? Нет. Ни в коем случае. Я тебя не вижу. Вижу Фокси, вижу Акс. Ребят, давайте плавать. Дим, Максим, а ты проиграл? Блин, я проиграл в воде! Блин, это жестко! Давайте плавать. Дима, давай. Ты думаешь, я тебя не убью? Давай, прыгай в водичку. Да блин, меня откидывают в сторону. Я не могу в воде плавать. Есть, еще одного убили. Так, давайте думать. Гусуняк паркурит, да, я вижу? Хорошо. Максим, да. Сюда давай. А нет, Максим, не надо. Я лучше плавать тут буду. Хорошо, давай.
А кто еще жив? Я. Блин, да жизнь не тратится быстро, ну как? Да ты запекал. Пекал. В смысле? Воду никто не запрещал. А, это был игрок, тю, блин, это... Да извини, но обстоятельства. Ну я просто рад всех убивать. Так, надо резко как-то прыгнуть, с разгона успеть нажать. Он на расстоянии смогу убить я его. Я знаю, что я сделаю. Я с моста буду прыгать. Сейчас, сейчас, я резко к нему прыгну и убью его. Отталкивай, да, сразу в сторону? Смотри. Давай. О, отлично. Нет. Ну блин, ну отталкивай, ну ё-моё, ну не могу я. Ну, есть! Да нету, но я ж был рядом. Пацаны, гусанёк, где туалеты? Так, он опять по крышам паркурит, да? Да. Гусанёк, тебе пора слиться, готовься. Это получается вы вдвоем остались, гусанёк и Максим? Да. Я чё? Ай, блин, ай, блин, ай, блин. Я чуть гусанька не убил, ну что ты? А, вы паркурите, да, сильно? Я понял. Помогите. Максим, вы... Максим. Спасти. Максим, давай. Пацаны, ну сложно, согласитесь, их убить. Ой, Дима бежит. О, Максим, давай вот так. А, ладно. А что ты там стоишь? А меня видно, блин. Да, блин. Ну бывает, видите, пацаны, я тоже всех мы своих. Мы остались вдвоем? Пацаны, а, давайте окружать их. Нет, я Максим, если что, смотри, если что, вон туда. А, их труба строит. А, ну, можно тут, кстати, тут глубоко тоже. Да вы забрали воду прыгать. А, нет, здесь не глубоко, нужно подальше. Я могу бегать по воде. Не могу, я умер о, опять. О, Дим, здесь еще глубже. А я не могу никак. Ой. Вот это явно не моя проблема. Так, пацаны, надо тактику придумать. Надо его окружить как-то. Резко прыгнуть в воду. Слушай, здесь поглубже. Вот надо даже сверху вы не запрыгните. Нас сразу отталкивай, да, в сторону, пацаны? Да. Есть! Да блин. Да ну зачем вы убиваете меня? Я нашел лучшее место здесь. По бокам не зайдешь, только спереди. Вот я попробую стоит. Другого аниматроника взять. Ах ты, блин. А какого? Ну-ка. Сейчас. А все равно отталкивает. А, подождите, ты даже получаешь урон даже в неглубоком? Да. А ты зачем ты рядом со мной? Ну, пацаны, вы шумочи, Ди. Блин. А ну попробуй за этого челика. Да ё... Чё меня убило мгновенно? У него что, жизни мало совсем? А, у него 1000. 10 000. А, ну прыгай давай. Да блин, меня отталкивает в сторону сразу. Их, смотрите, до края тянет, и все, ничего не сделаешь. Да блин, а как? Я Сквидвард, я в своей среде обитания, идите гусенка убивайте. Есть! Молодец! Боже, какой ты молодец, Сергей Тай, молодчик. Вот так я вот поддался. Обманщика не обманешь. Я поддался. Все, пацаны, у нас остался кто, Гусьдума и Гусанек? Да. Гусьдума прятался. Ну это хорошо, так какая разница? Мне, это не запрещено. Он где-то здесь, пацаны. Я прям чувствую. Есть! Блин, Гусьдума, я тебя уже так знаю наизусть, я даже знаю, где твои нычки. Это было прикольно, когда ты выучил человека. Нет, Гусьонек, не поддавайся, ты должен прям красиво играть, ты должен затащить. Не, ну если вы хотите, чтобы я красиво играл. Нет, не поддавайся ни в коем случае, тут по-честному играй. Без проблем, без no problem. Да кто там звуки эти рахитные издает? Я когда прыгаю за кексиком, они издаются. Так, давайте инфу, где Гусьонек? Он, блин, он мертвый! Нет, он не мертвый! Я его вижу, пацаны, я его вижу. Все хорошо. И тут я такой именно, фух, в воду. И умер. И я каламанекала, еще б чуть-чуть, не хватило ума, ой, скорости. Ну, Гусанёчек, ну пожалуйста, ну иди ко мне. Я тебя не буду убивать, я обещаю тебе. Я тебе хлеба даю. Даю слово пацана Максима. А где он же ж тут был? Шо вы лысые, плаки-плаки? Или нормандаки? Я думал, что он в туалете спрятался. Пацаны, ну смиритесь. Да не, надо убить тебя стрично. Гусенек, забудь, пожалуйста, слово паркур. О, давайте тогда можно взять быстрых аниматроников. Я беру Фокси. Нет, я возьму Голден Фредди. Они ему телепортацию добавили, он теперь не быстрый. А он быстро еще и телепортироваться может. Нельзя. Как это нельзя? Мы ж убить тебя хотим. Саня, в воде прячься. Вот это скорость телепортации. Блин! Ай, 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 ой, ай. Ой.
Я должен это сделать. Я должен это сделать. Ай, ой, ай, ой, ай. Блин, я почему умер? Да блин, ну я должен его убить. Нифига себе, мы даже взяли быстрых аниматроников, все равно его убить не можем. Надо телепортироваться просто к нему и убить его. Так, смотри, сейчас я делаю тактику, очень хорошую. Так, мы стоим здесь и чекаем, где он идет. Классно, он телепортируется, и звук офигенный. О, я знаю, надо телепортироваться наверх и сверху его убить. Так. Блин, я испугался, ладно, убили. О, все! Плеймаркет, молодец, красавчик. Гусанёк, ты победитель этой серии 100%. Молодец. Один из худших, один из лучших игроков. Если понравилась эта серия и вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну а всем отличного настроения. Всем пока. Всем пока.